Как устроена сигарета с кнопкой, так называемая? Что-то вот заинтересовался. Алкоголя не употребляю, а курить курю. И порой вот такие сигаретки, немножко дамские, конечно, выкуриваю. Итак, возьмем ножичек, разрежем ее фильтр и увидим вот такую конструкцию. Сначала с такой плотной субстанцией рассекатель, вероятно, да, твердый. Как мундштучок это получается у нас такой. О. Из чего-то типа, не знаю, даже пенопласта, пенополистирола. Дальше вот такая вставка, там, где у нас кнопка обозначена, вот в этом районе, находится как раз вот такой вот мягкий фильтр, тоже из синтетических материалов. А внутри вот эта вот синенькая капсулка, которую мы с вами давим, и она, соответственно, пропитывает вот эту всю мягкую часть, после чего через нее проходит табачный дым. Ну и дальше, собственно, сама сигарета, там еще часть фильтра. Если мы вот так вот ее развернем, резкость давайте наведем, то мы увидим, что это действительно реально угольный фильтр. Winston Impulse. Такого размерчика, вот видите, вот это синтетический материал, и в нем вкрапление, я так полагаю, активированного угля, вот эти черные точки. Ну а дальше идет, собственно, сама тело сигареты с табачной начинкой. Вот эта вот капсулка малюсенькая, некоторые есть даже с двумя кнопками. Вот. Капсулка представляет... улетела, убежала. Капсулка представляет из себя вот такой вот синенький, ярко-синенький шарик, уютно располагающийся в этих углублениях вот этого пористого материала. То есть сейчас попробуем его раздавить пальцами. Так, ну-ка. Да, пожалуйста, из него... вылилась бесцветная жидкость. И от него остались вот такие скорлупки. Я думал, он из желатина. Нет, чего-то типа пластика. Что-то типа пластика. Такая приятно пахнущая, довольно липкая субстанция. Шарик из какого-то пластика. Вот так, собственно говоря, у нас устроены эти сигаретки. А у Winston Impulse, как и все им подобные. Да.